Привет, с вами Торо, вы на канале Nissan Race, и сегодня мы продолжаем основной сюжет Honkai Impact, и у нас произошли небольшие изменения в плане наших девочек. Так, давайте смотреть, кто же новенький, кого не было, кто появился, потому что я, честно говоря, не помню. Так, вот этой химика, насколько я помню, на стриме у меня еще не было, так что... Ну, плюс еще одна химика, куда же без этого. Так, эта химика у нас была, это понятно. Сиелька тоже была. Ну, само собой, на последнем стриме мы с вами выбили вот эту странную девочку. Так, что у нас еще изменилось-то? Да, еще пара киан появилась. Новых, которых не было до этого. Так, я это понятно. А, костюм на броню на вот эту появился. Возможно, и сама броня. Вот какая броня появилась. Привет тем, кто к нам только-только-только присоединился. Вот. Но вот этой брони точно не было, и мне безумно нравится ее костюм. Ну, он просто офигенный. Так. Здесь у нас снова кучка химика, куда же без них. Так, Терезу это понятно. Во, Фухуа. Как минимум одна у меня новая точно появилась. Была ли Наташа, я не помню. Да, с ивент баннера выбивал. Так, это понятно, и... Триальный Хофф появился. Собственно, она милаха, она просто милаха, просто хочу. Дайте желательно две, как можно в нее не влюбиться? Жаль только, что это Триал, и как бы... Недолго нам радоваться осталось. Угу. Так, ну понятно, нам нужно закрыть третью главу, и с этим мы сейчас, думаю, справимся без особых проблем. Поднял я уровень, да, все-таки добил аж до 35-го, просто для того, чтобы на стриме не пришлось заморачиваться нам с поднятием уровня, как это было раньше. Так, сюжет. Третья глава. Ну, мы все еще... Ай, пытаемся с вами догнать Венди. Она уже кричит о том, что она не хочет причинять нам вред, но такая, идите нафиг, я вам не дамся. Дюрандаль должна была задержать, по сути, антиэнтропию и дать нашим девочкам время для того, чтобы изловить Венди. По-моему, где-то на этом моменте мы с вами остановились, а потом мне просто сказали, иди-ка ты гринди уровень. Ну, собственно, этим я и занимался. Вот, думаю, теперь с уровнем у нас проблем никаких быть не должно. Собственно, третья глава. И эпизод, на котором мы остановились, это 3.16. Ой, да, и с прохождением новыми персонажами, которые появились, прохождение вот всего этого дела... Ай, превращается просто, я не знаю, в какой-то детский лепет. Давайте, кстати, давайте Хофф возьмем, давайте посмотрим, а что, я-то ее... Получил, но так ни разу никуда и не брал. А, так ее отправили... Так нет, ее отправили на захват Венди, да, но мы слили антиэнтропии координаты Дюрандаль, чтобы... Ну, она там их немножко задержала. Вот на чем мы остановились, да. Типа Тереза не такая милая няшная девочка, как кажется на первый взгляд. Нашли Венди? Типа времени-то мало остается. Валькирия с ранга прибудет сюда через 2 минуты, как и линкоры антиэнтропии. Проклятье! У нас... нам не хватит времени. Не беспокойтесь о Валькирии, С-ранга или об антиэнтропии. Да, потому что они будут махаться, видимо, друг с другом.
тебе удалось остановить Валькирию S-ранга? Да нет. Я, к сожалению, этого сделать не могу. Но я знаю, где она. Подожди. А может ли это означать, что... Верно. Я озвучила позицию Валькирии S-ранга по публичному каналу связи. И типа антиэнтропия тоже знает, где она находится. Вероятно, они отклонились от курса для того, чтобы заняться Валькирией. Аля, ты хитрая жопа. Так вот, что это за взрывы-то были. Ну, знаешь, предавать одну из наших, это, конечно, нехорошо, но с ней, думаю, все будет в порядке. Надеюсь, антиэнтропия даст нам больше времени. Ну, спасибо. Теперь наш черед. Ну, теперь поехали. Ну, Тереза, да, еще мышь, но... Ну, а, кстати, да, давайте смотреть, что мы можем. Такая милая девочка, да, на первый взгляд. А, Киана Мечник? Серьезно? Мечник Киана. А чё же мне так сразу-то захотелось? А давно, кстати, баннер с ней был? Потому что, ну, чё-то хочется. Да... Хочу. Да-да-да, и она 80 уровня, да-да-да-да-да. Типа, ну... Блин. А можно баннер с ней вернуть, пожалуйста? Мы ж как бы многого не просим, правильно? Мы просим только вернуть баннер с ней. Нам как бы нужнее. А, то есть баннер с ней был недавно. То есть реран, по сути, ждать и ждать. Хотя я не знаю, как здесь... Дела с реранами обстоят в том же Геншине там. Ну, можно год ждать, почему бы и нет. Я надеюсь, здесь такого не будет. Ну, просто вот так вот взять, побаловать себя от реальной, а потом сказать, ну, жди. Умеют они. Типа, копите гемчики. А что еще вам остается? Ну, едем дальше. Ой, тетя Терри, а вы знакомы с этой Валькирией, с ранга? Ну, я не очень хорошо с ней знакома, но... Я какое-то время тренировала ее, когда она стала Валькирией Аранга. Так значит, это под... короче... Подчиненный и непосредственный начальник? Тогда вы должны держаться вместе, как бы... Что, правда, что ли? Но все вышло не совсем так. Скин на Киану выпал из какого-то сундучка, я точно не уверен. А это Киана, даже не Киана. Короче, она очень упорно работает, все такое. Ну,
Ей хватило смелости думать, что старшие офицеры тоже должны быть полностью серьезными и усердно работать. И каждый раз, когда я пыталась сделать хотя бы небольшой перерыв, чтобы отдохнуть, она начинала читать мне лекции. Похоже, я должна быть благодарна за то, что Химика бездельница и пьяница. Ну, как бы можно было бы сказать, типа, ты чё на мою вайфу гонишь? Но она же говорит чистую правду. Чистейшую, просто чистейшую правду. Ужас. Эй, Киана, может хватит думать вслух? В любом случае, я нашла способ сбить ее с толку. Чего? И каким это образом? Это секрет. Но это связано с Роландом. А как только она попадет в ловушку, я произнесу слово «Роланд». Чтобы она... заткнулась. Так, поздно меня уже чему-то учить, господа, вы чего? Я обучен и полностью готов, как бы. Готов к любому. Какая прелесть. Ара-ара. Ну дайте ее уже, пожалуйста. Зачем нужны баннеры другие, когда в них нет хов? Зачем? Какой в этом смысл просто? Ну блин. Дайте. Итак. У нас последний этап, где, наверное, должен быть какой-то босс и все такое. Поэтому, может, Киану стоит убрать эту из отряда? Ладно, поехали. Давайте не будем ломать полностью в край вообще баланс. Давайте Киану уберем, пожалуй. Потом ей где-нибудь еще побегаем обязательно. Игра на iPhone должна быть. Само собой должна быть. Похоже, вы, девчат, не знаете, когда нужно сдаться. Придется преподать вам урок. Да это мои слова. Венди, пожалуйста, поверь нам. Это не ты. Ханкай вводит тебя в заблуждение. Подожди, субъект Киана. Броня хочет поговорить с Венди. Нет, стоп. Я не хочу разговаривать с Броней. Броня вспомнила младшую сестру по имени Сиэль. Еще, когда была еще в приюте. И... Сиэль была совращена Ханкаем, но она упорно боролась и благодаря этому смогла вернуться. Броня очень мучилась и страдает даже до сих пор. Но надежда есть. Броня понимает боль Венди. И Броня знает, что Венди может преодолеть эту боль. Не сдавайся. Броня верит в тебя.
Я тоже доверяю тебе, Броня. Все в порядке. Я дам тебе еще один шанс, что? Слава богу, Венди вернулась к нам. Что, так просто? О, это было опасно. Ладно, возвращаемся к Гипериону. Что, в смысле, вот так вот? Это как? А мы все просто офигенные Вальгирии. А, и если ты снова попадешь под контроль Ханкая, то я сразу тебе наваляю. Отлично, Киана, да, умеет вести переговоры. Не волнуйся, субъект Венди. Броня отвезет тебя домой. Броня, можно я снова полечу на твоем роботе? Без проблем. Проект Зайчик, активация. Броня, твоя матушка приказывает вернуть четвертого Хершера. Матушка, к слову, так и было. Четвертый Хершер. Хершер важный, подопытный. Мы не можем позволить Шикзалю овладеть ей. Мы должны уничтожить ее, если не сможем вернуть. А что за Коколия? И что за матушка? Что? Нет. Маленькая мятежница. Независимо. А в общем, оставь четвертого Хершера, если не сможешь, если не можешь его победить. Наши основные силы уже скоро будут здесь. Высший уровень полномочий. Проект Зайчик. Переключись в режим. В боевой режим. Цель. Четвертый Хершер. Что? Подождите. Броня собирается напасть на Венди. Спустя все... Зачем мы за ней столько бегали? Ты как? Так, ладно, допустим. Подожди, Броня, ты что делаешь вообще? Броня, почему ты нападаешь на меня? Все, что вы мне сказали, было ложью, не так ли? Я никому не могу доверять. Сука. Ра-ра-ра-ра, поехали. Лицо такое, хрусь! Блин, ну это такое себе. Столько сил, столько усилий, чтобы вернуть Венди. А в итоге все. А, вы живучие. Живучие — это мое второе имя. Я могла бы делать это весь день. Какая жаль, у меня больше нет времени на тебя. Все тактические мехи, невидимый режим отключен. Цель — четвертый Хершер. Не может быть, один удар, и Хершер повержен? Этот новый тактический мех, это нечто другое. Но я должна поблагодарить вас за то, что вы сначала ее измотали. О, верно, чуть не забыла, прямо здесь есть еще один Хершер. Броня, дочь моя, приказ высшего приоритета, захвати третьего Хершера. Да, матушка. Мы, Броня... Почему? Райден Мэй была захвачена. Осталась одна цель.
Войска Шикзаля обнаружены. Приближаются. Думаю, вам, ребята, повезло в этот раз. Все войска, отступайте. Химика не успела вовремя. Киана была единственной, кого ей удалось спасти, в то время как мы и Венди были потеряны. С тяжелым сердцем от сожаления, у Кианы не было другого выбора, кроме как вернуться в среднюю школу Святой Фрейи. Забавно, блин. Просто обхохочешься. Ладно, давайте допройдем вот это дело все. Мэйта справилась, какого хрена? Ай, ладно. Хорошо, мы обманули Валькирию С-ранга, поэтому теперь у нас будет больше времени. Потрясающе, я люблю тебя, тетя Терри. Да, брокколи, да. Так, все, хватит дурачиться и давай, найди эту Венди. Но на самом деле я надеялась встретить Валькирию С-ранга. Ой, Ринтяйка, тебе просто повезло. Если бы она была твоим наставником... О-о-о! Чего? Чего? А, это физическая подготовка. И она в физической подготовке очень хороша. Из трех валькирий Шикзаля С-ранга... Двое были талантливы от природы, но... Тюрандаль всего этого добилась трудом, тренировками. И она приложила в 100 раз больше усилий, чем другие валькирии С-ранга. Может, это потому, что она была просто супер бездарна? Кость, привет! Медред, привет! Спасибо за спонсорку, добро пожаловать в нашу зелененькую армию. Казма, тоже привет. Привет всем, кто к нам только-только присоединился. И после всего этого она уверена, что усердная работа может прям решить все проблемы. А если бы она узнала, как ты сдала тесты, она бы заставила тебя тренироваться по 26 часов в сутки. Она может ответить на сотни практических вопросов. Так что о сне вообще можно забыть. Блин, она похожа на злобную ведьму. Да, учебники пишут самые скучные люди на Земле. Воистину злобная ведьма. И ведь не поспоришь же, да? Ничего, сейчас пойдем к 9 главе, будем выяснять, что там пошло не так за броней. Ой, да, к 4-й. Причем это ведь не в первый раз уже. По-моему, было у нас такое во 2 главе. В конце 2 главы. То есть с подобным мы уже сталкивались. Да, к 9 рановато, согласен.
Чуточку пока рановато. О, шпинат, поехали. А, у нас проблемы. А, что такое, Тереза? Дюрандаль мне написала. Она отправила Дюрандалю типа посылочку. Ой, антиэнтропия отправила посылочку. Да, думаю, Валькирия с ранга действительно могущественная. Она спросила у меня, где засада антиэнтропии, так как я единственная, кто знает ее местонахождение. Так, давайте усвоим этот урок. Врать нехорошо. Ой, да ладно, придумали бы чтобы что-нибудь умное. Давайте придумайте что-нибудь умное, что можно ответить, иначе все. Она, короче, поняла, кто ее сдал. Иначе она будет приставать в течение всего дня, если ничего не ответить. Так, ладно, тогда я буду подальше держаться от твоего офиса, когда она придет. Эй, химика! Я не позволю тебе оставаться в стороне. А вот что бывает, когда ложь вскрывается. А ну, тут уж как бы, да, куда деваться-то? А мы-то что? Мы ничего. А мы так, мимо проходили, по сути, да? Маши побыстрее лапкой, давай, давай. Давай, ты справишься. Так, давайте-ка мы СП-ху накопим, да, и как... Ну что за... Вы серьезно? Так, сейчас я соберусь с мыслями. О, все, можно поджигать меч. Хорош. Но поджигать мы его будем, наверное, на боссе. А чё ты так по лицу-то получаешь, химика? Ты чё, девочка, ты куда? Да попади, божечки, кошечки. Давайте похилимся, что ли. Все, шпинат, давай, работай, потому что я уже все, я закончился, в принципе. Я тут как бы уже все. Ничем помочь особо не могу. Блин, или могу. Давайте меч подожжем все-таки. Спасибо тебе, шпинат, спасибо. Это еще не совсем прокачанная химика, но у нее костюм красивый и меч красивый, так что... Да. Она свое место в группе как бы заслужила. Костюмом. Угу. Ну и последний эпизодик этой главы. Блэкджек, привет. Ну что, придумали какие-нибудь умные оправдания для Дюрандаль? Мне побыстрее нужно. Сука, Тереза просто. Изначально все так хорошо начиналось, да? Она такая, слила местонахождение Дюрандаль. А потом Дюрандаль такая, слышь? А я тут попала в засаду антиэнтропии. Ты, случайно, не в курсе, откуда они узнали? А то, как бы, только ты знала, где я нахожусь. И сейчас она такая, давайте, ребят, девчат, давайте, срочно нужно оправдание.
Кость, пламенный меч здесь был за 6 лет до Эрайза, когда его разработка даже не началась. Тогда, дай богу, еще, по-моему, даже Берсерия не вышла, когда здесь был пламенный меч. Ну, это так. Блин. Наша старая Лоля как бы немножко в щекотливой ситуации. Мне одно оправдание пришло на ум. Скажите ей, что в Шикзале есть крот антиэнтропии. Да, 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 что там есть шпион, да. Блин, мы не можем так поступить. Это... В Шикзале начнется этот хаос сплошной. А Броня думает, что стоит сказать, знаете чё? Антиэнтропия вообще весь этот инцидент устроила, чтобы заманить Валькирию С-ранга и устроить для нее засаду. И поэтому она была их целью с самого начала. А Броня думает, что это сработает. Кстати, как вариант. Блин, но есть один промах в этом плане. Антиэнтропия послала бы свои лучшие войска, если бы это была их цель с самого начала. Эй, послушай мою блестящую идею. О, я заметила, что Дюрандаль двигалась сюда от побережья. Так? А мы скажем ей, что антиэнтропия находилась в отпуске на пляже и просто случайно на нее наткнулись. Файман, ты как вообще? Умом не блещет. Ну, понятно, понятно. В целом-то... Что Пайман, что Киана... Да, антиэнтропия на пляже была. В отпуске. На линкорах. В полной боевой амуниции. А тут смотрят, летит Валькирия с ранга. Думают такие, бля... Почему бы и нет? Короче, когда Киана приедет, она точно боньк по голове получит от Тереза. Это самая глупая и самая идиотская штука, которую я вообще когда-либо слышала. Блин, слушай, а это и правда может сработать? В этом плане нет никаких логических изъянов. Так, я, пожалуй, попробую это. Подождите. Ну все, минус Тереза, походу. Ну, как все прошло? Она же придет, чтобы навалять нам, да? Да? Она действительно купилась на это. А люди не зря говорят, что она честная и открытая. А если меня спросят, то я скажу, что она просто идиотка. Но, с другой стороны, я считаю, что Дюрандаль очень разумный человек. Возможно, мы сможем подружиться. Подождите. Вы только что назвали ее идиоткой? Тереза такая, Дюрандаль идиотка. И Киана такая, ну я думаю, мы с ней сможем подружиться. Брокколи, не я булю Киану, не я. Уже игра булит Киану. Типа, ну, вот. Вот. Как? Ну да, я думаю, они поладят. Киана с Дюрандаль, они, да, должны поладить, судя по тому, что мы увидели. Господи боже, как мы до такого докатились. Ладно, будем считать, что так и должно было быть. Так, чё, бьём кого, против кого воюем? И мы же, кстати, на пляже и сражаемся. Она же говорит, что, типа, в отпуске они были на пляже, да?
Так, тебя не добьет, да? Но это просто нечто. Она серьезно поверила. Ну ладно, а что нам жаловаться-то, правда? Итак, все. Третья глава полностью пройдена. Время собирать плюшки и... Так, четвертая. Мехи у нас в четвертой-то главе, да? Довольно сложно это как-то правильно перевести. Типа у предательства, предательство серебря. Короче, ладно. С этой главой у нас проблемки. Так, давайте забирать наши плюхи, которые нам положены по закону. Угу. Угу. Так, это хорошо. Так, у кого-то сейчас будут круточки. Кто же это может быть? Так, и мы дам для... Я насобирали еще 30 фрагментов. Хорошо. Круточки, круточки, еще круточки, еще круточки, и еще круточки, блин, и еще круточки. Так, ладно, мне будет чем здесь заняться, определенно. Угу. Так, это 38 уровень нужен. А это мы пройдем, а это мы тоже пройдем. Энергию, да, собирал. Вот, кстати, еще можем собрать немножко. Ну, периодически этим и занимаюсь, да. Так, кто-то сейчас пойдет пару круточек сделать. Да куда тебе столько фрагментов-то? Сель, куда? Куда в тебя столько фрагментов лезет, алло? А может, за ачивки еще примагемчики? Угу. Соточка. Сразу. За очки друзей-то. Ну что, давайте попробуем, посмотрим, а повезет ли нам. Ну, что мы фармим? Мы фармим фрагменты для нашей нупаси. Чё поделать-то? Хотя бы парочку фрагментиков, я думаю, до конца баннера мы должны насобирать, чтобы потом было попроще их собирать. А может быть, еще одна выпадет. Ну, тогда вообще будет хорошо. Да ладно, кого я обманываю? Но с другой стороны, а было бы неплохо. Поехали. А, просто... О, 75, кстати. Угу. Угу. Вот это хорошо. Вот это хорошо. И в итоге, получается, мы сейчас первый фрагмент с вами уже получим. Угу. Ага, спасибо. А, ну и еще одна круточка. А вдруг? А вдруг? Ну, в принципе, это было близко. Это было близко. Так, а ну-ка. Что у тебя там по фрагментам? 7 из 30, да? Потихоньку-потихоньку растем. Ладно. Так, а где наша нупаська? Вот она. А, нам нужно 25 фрагментов на нее, да? Угу. 25 фрагментов, ну совсем фигня, да?
Потолок, привет. Прям совсем фигня. Мы вот один фрагментик с вами насобирали, вот еще 24. И, в принципе, все хорошо. Угу. Так, стоп, 36-й. А почему ты у нас... Почему у нас ты 35-я? А? О. Все, теперь точно все хорошо. Угу. Так, ну и пожалуй все, больше нам качать ничего особо и не нужно. Химиков пока я качать не буду, потому что ну куда их столько. Потом, вот когда надо будет, тогда и прокачаем. И то непонятно, когда надо будет. О, да ладно, ну что я опять-то сделал? Ага. Не, ну за это спасибо. Угу. Вот то чувство, когда в Ханкае ты просто нажимаешь какую-нибудь кнопочку, что-нибудь где-нибудь улучшил, и у тебя куча сразу выскакивает восклицательных знаков, типа «забери награды, ты так постарался, ты так усердно поработал, на, забирай, забирай, это все тебе». Эх. Ужас. Блин, ну да. Тут будет больно. Тут будет больно. Крайне больно. Кстати, по поводу этого костюма, вот для этой как раз такие океаны, он где-то выпал. А я какой-то сундук открывал, он взял и выпал. Но фигня, я хочу вот этот костюм на нее, я вот этот хочу, но вы посмотрите, какая зая. Ну это, конечно, тоже красивый, но зая. Ну она зая. Но вот это! Вот, вот, вот. А если и стремиться к какому-то костюму, то только к этому. Вот просто только к этому. Так, стоп. А что у нас вот здесь? Ага. Угу. Ага. А ну, в целом... А в целом почти. Почти, да. На 11 дней. Но просто этот костюм, это... Это... Ах... Так. Давайте-ка, ребят, сделаем небольшой перерыв буквально на 5 минут, после которого отправимся уже к 4 главе.